И снова всем здравствуйте, и снова всем добрый день. Ну что ж, такой дневной заказ на компанию, на разные компании, вернее. Один небольшой заказ в дополнение к основным закускам из расчета 10 человек на биоразлагающихся квадратных тарелках. Это хачапури с ветчиной и сыром, это кармашки из тостового хлеба с крабовым салатом, греческие шпажки и профитроли с форелью и творожным сыром. Это один заказ. Далее второй заказ из расчета на 11 человек. Значит, у нас рыбка, терпук в кляре, шпажки с картошечкой в фритюре, да в кляре, салат из хрустящих баклажан на двух тарелочках. Далее мясные кольца в беконе с пюрешечкой. Это блюдо прям прогреется в духовочке. Далее салат с уточкой и со специальной заправкой. Форель с чипсами. Далее такие канапе с салатом из копченой корочки, да с грибочками. Рулет треугольный, сложный, куриный. Итак, вот эти вот хрустяшки для детей. Это шанишка кругленькая на шпажке. На палочке, вернее, с куриным фаршем и сыром. Ну что ж, собственно, все это уезжает к разным заказчикам.